Всем привет, ребятки! Вот и вторая часть фильма. Как я обещал, она не заставила долго себя ждать. Спасибо вам огромное, что остаетесь со мной и поддерживаете меня в любых начинаниях. Нас уже 25 тысяч, и это только начало нашего пути. Я очень рад, что у меня появляются все новые и новые зрители. А перед началом ролика небольшая рекламка. Большинство из вас уже знают, что такое сайт Растипод. Так вот, 4000 баксов разыгрывает Растипод на своем сайте. Всего 50 победителей. И я хочу, чтобы мои любимые зрители тоже приняли участие и выигрывали призы. На сайте есть два режима, джекпот и коинфлип, в которых вы можете сражаться с другими игроками. Заходи на Растипод и выигрывай. Ссылку на сайт ты найдешь в описании под роликом. Приятного просмотра. Так, меня до сих пор не зарейдили, и меня это радует. Так, у меня есть около 400 МВК. Сопля еще есть и куча оружия. Блин, мне нужно сейчас... Ладно, я думаю, может быть, кинуть соплю все-таки. У меня, по-моему, нет отхила, да? Ну ладно. Почему нет? Интересно, как там мои соседи словаки? Они еще живы или уже нет? Интересно, могу ли я что-либо сделать с этим? Ого! Там делаешь? Все, друг, ты попал. Вот и все. СМГ такое. О май гад, what are you doing? You fucking seriously? О май гад. Рейд — это хорошо. Пацаны, рейдите. Не останавливайтесь, я уже иду. Вон тот кибитос, что ли, рейдит? Интересно, где тип рейдил? Hello. Что это такое? Блин, неужели тут ничего нет? Тут что-то есть. НПЗ-шка Люки. Блин. 98 МВК, серьезно? О! Весело. Народ тут жил. Халява. Я могу прийти сюда и скрафтить калаш. Блин, кстати, сходить туда калаш скрафтить, идея, мне кажется, хороша вообще, сразу парочку. Потому что третий верстак у меня не скоро будет, мне еще нужно около куска скрапа. Да и туда бежать, в принципе, недалеко. Неплохо, неплохо, 5 калашей. Вот это мне уже нравится, шикарно просто. И третий верстак не нужен, хотя в любом случае нужен. Мне же разрывные крафтить надо. Ну ничего страшного, сейчас я поднимусь к тебе, друг. А ты хорош.
сочный парень оказался. Так, нужно найти, где этот тип обитает пока что. Good job! Good job! Nice! Походу не придется искать уже. Ой, блин. Парень, а ты был сочный, я тебе скажу. Отлично, один попался. АВМ, привет. Да уйди быстрее. Привет. Как дела? Это хорошо, что хорошо у тебя все. Откуда вы бегаете? Давайте, покажите, откуда вы приходите, ребят. Вон бежит. Держи. И держи еще раз. Рейд был отбит успешно. Мне нужно серу где-то наколотить, потому что патроны я еле скрафтил себе. Фух. Оу. Да ну. Друг. Это серьезно? Hello. Не, мне подсказывает что-то, что хата вот эта, в пещере. Потому что я видел, там типы выбегали. Давай, покажи мне свое лицо. Ага, вижу. И ты держи. Отхил был у тебя? Скажи, что был. Красавчик. И у тебя был. Легчайшие ребята, просто легкие. А, они еще и Томпсон не забрали. А что они взрывали тогда? Кстати, вопрос такой, что они сихой взрывали? Нужно лететь на вертолет. 100% нужно на него лететь, но у меня нет отхила.
Там уже турель свою воткнули. Да, Миша, да. Почему нет, да? Опа. Один готов. Тут кто-то был недавно. Наверное, этот тип, который подкрадывался. Угу. Давай, покажи свое лицо. Показал. Стаки увеличили. Как он бежал со 182 патронами? Не вертолет, так оружие типов подфармил. Неплохой такой заходик, я бы сказал. Блин, еще ядро попал. Прям на меня. Вдруг там психа выпадет. Да уж. Никто на дропы не пришел. И все же я хочу пойти разбайтить у тех типов турельки и посмотреть, что у них в печках. Плюс если я разбайчу турельки, я в принципе смогу пойти их бахнуть. Правда, подфармить еще придется, переплавить, но это не проблема, я думаю. Вот и все, турелька, ты попала. У меня по-хорошему сюда буст какой-то, я бы туда перелетел спокойно. Выживи, брат. О, красавчик. Выжил. Нет. Ну серьезно. Мне кажется, это будет последним, что я сделаю. Оп! А, найс. Пора отправляться за Серой. На самом деле база-то у них не особо большая. А, о, да, совсем маленькая капелька, я бы сказал, появилась. Блин, стояла себе вышка, вот и стояла бы она одна. Лучше б я этого не видел. Вот им по кайфу такие дома строить, потом выбегать полчаса, забегать. Огромные такие махины. Просто мне и 2 на 2 хватает моего, только правда в МВК улучшаешь и все. Первые дни точно никто не рейдит. А, вот эти типы все уже отстрелялись, да? С кем не бывает, ребят. А если бы вы не ставили вышку такую наверху, возможно, жили бы еще. Да, бывает. Я понял. Они меня рейдят.
Вот это я побегал. Готов. 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 Он взорвал уже ко мне. Где твоя ЛР-ка? Куда она улетела, друг? Все. Это ГГ моей хате. Все. Да, эти обезьяны полностью застроили. Ну да, это уже все. Это уже ГГ. Моему дому. Окей. Ничего страшного. Да, ребята зарейдили меня, но как бы у меня тут есть небольшая нычка на такое. На такой случай небольшой. Так, вот он. Камень. Так. О. Металл. Ну все, можно в принципе дальше идти драться. И отстраиваться заново. Я знаю, где они живут, на Q12. Вот здесь. Ну, пацаны, вы попали. Вон какой-то типчик. Типчик на камушке. По-моему, золотаны. Ага, вон бежит на меня. Двое. Красавчик. Красавчик, гоу его убил. Держи. Ой, боже. Куда мне это все девать? Пока сюда все скину. Нужно идти пытаться лутать трупы. Куда ты там побежал? Он, наверное, на базу свою забежал. Куда ты там намылился, а? Друг. Можно новую хату строить. В принципе. В принципе, неплохо за один заход. Надо пойти в Small Stash приныкать и пойти им еще лицо разбить. Хотя я могу сюда в печке пока все спрятать, кстати.
Как дела, друг? Хорошо? Ну, хорошо. Держи. Как дела? МП5, просто изи. Отличные ящики у меня нынче. Неплохие, неплохие, согласен. Блин, ну дроп как раз падает на их базу, да? Хотя нет. Пойду отпинаю. По крайней мере, попробую их отпинать. Отхила нет, ну ладно. Бежит уже чел. Какой-то. У него, наверное, отхила много, поэтому смысла пушить пока нету. Лежать. И ты лежать. Ой, боже. Let's go farm again, baby. Let's go, baby farm, please. Thank you. Oh my god! Куда мне это все складывать сейчас? Ну, в принципе, все. Я думаю, мне хватит. Неплохо ребята пофармили, мне нравится. Это чтобы вы понимали те же типы, которые меня рейдили. То есть, понимаете, да? Я даже знаю, где я построюсь. Вот здесь я построюсь где-то. У этого типчика может быть топорик. Oh, good job, boy. Oh my god, you fucking seriously. Oh shit. I'm just looking for the kid bases. I really don't give a shit. I just want to go in my No, bro. Sorry. I found the python at the I need your loot. I need your loot. I'm fucking naked. Sorry. Ой, прости, чувак, но мне сейчас тоже твой лут нужен. Ты бы знал как. Сори, брат, но мне это тоже самому сейчас все нужно. Надо еще спалку тут поставить. Дом нычка, так сказать. Так, нужно все оставить, то, что не надо переработать. Все, что надо переработать, нужно взять с собой. Там у меня еще компонентики приныканы.
старой базе. Нужно их тоже забрать, там 5 ноутов вроде бы. 2 каких-то бича. У меня довольно немало лесов. Но они, в принципе, и не поймут, если я с глушака буду стрелять откуда. Нужно ближе подойти. Далеко собрался. Ой, хорош. Well played. Thanks. Ну все, 4 сотки уже скрапа есть. Плюс еще там 150. Там я сейчас возьму все и переработаю. И будет около куска уже. Ой, неплохо. Тут тоже было немало лута, я вам скажу. У меня там 500 или 600, тут еще 546. Я думаю, мне совсем чуть-чуть не хватит. Что-то у нас на третий верстак нужно 100 МВК, 1200 скрапа и 1000 металла. Все, могу скрафтить, шикарно. Побежал я крафтить. Хоть фундамент 16. Давай быстрее. Хоп. Все. Шикардос. В таком огромном доме будет стоять третий верстак. Ну и вправду, почему бы и нет? Эх. Вот это поворот. Далеко собрался? А, ты умер, да? Бывает. Отлично, порейдил. Отлично, чувак зарейдил. Шикарно просто, мне понравилось. 64 разрывных принес. Просто красавчик, мужик. Интересно, откуда этот тип пришел ко мне? Теперь надо дерево пофармить. Очень-очень много дерева пофармить. Ты что, страх потерял? Что за день такой? Все меня пытаются рейдить.
Ого. Ого. Как бы мне так сделать, чтобы меня не зарейдили? Просто. Чтобы очень просто меня не зарейдили. Ну, а где твой друг с берданкой? Fuck you, bitch. Еще один где-то. Еще один готов. Стреляй, стреляй, скоро твоей хаты не будет, друг. Три бича тащил. Ого. Китайцы. Где твоя берданка? А вы мощные, ребят. Чувствуется прям ваша сила. Я же говорю, мощные. Все знаете, да? Наперед. Держи. Как рейд, ребят? Хорошо? Нужно дверь срочно ставить наверх. Откуда мне ее снять? Ой, молодчаги. Мужики просто. Как дела? Хорошо, говорите? Я думаю, что хорошо у вас. Чё нового, ребят? Как дела? А, ты решил эту зарейдить? Ну что ты там рейдишь?
Как дела, сладки? Давайте, больше, больше меня таскайте. Боже, ребята, что же вы делаете? Фух. Нифига вы тактики, отвечаю просто. Это что за гранаты? Офигеть просто. Это было на грани вымирания, слушай. Чё, файт продолжается? А, он уже голый, всё. Нашествие отбито. Прости, друг. Я смотрю, вы топовые рейдеры. То меня рейдите, то там еще кого-то рейдите. Тип, наверное, доме. Угу. Может, это твой друг, не? Не, у меня все вышли, я сейчас тоже проходить. Чувствую, пришел поговорить. Понятно. Ты эту хату рейдишь? Думаешь, у них еще что-то есть? Здесь спало трое. Да, у них по-любому есть еще. Он из этого дома, слышишь? Дом. С какого? Вот, который мы рейдили, он онлайн зашел. Тихо. Он спал на первом этаже. Нифига себе, он мне, конечно, залепил. Ой, точнее, пятеро всего. Когда же ту штуку забрал? Держи. Hello. Тут шкаф, тут все, просто нужно застраиваться. Каким чудом, непонятно. Я знаю, что я сделаю. Так, я думаю, одну нужно дверь забрать туда. Пойду дорейживать хату. Почему нет? Я в безопасности. О! Привет, верстак. Привет, ящики.
Сколько тут топлива! Это моя новая хата просто сейчас превращается в самую зажиточную кибиточку на этом сервере. О-о-о, пацаны. Интересно, тут никого нет под хатой у меня. Нужно отсюда быстрее текать. У меня как раз топливо, у меня дома практически ничего не было. Вот это изи рейд за чужие ресурсы. Я даже не знаю, куда все это скидывать. Босс четырехкраткой, да? Ой, боже. Карга, ты мне нужен. Я знаю, что там может быть очень много вкусных шмоток. А мне сейчас нужна МВК-дверь изучить. Один бот минус. Там еще бот. Тут у нас ящик. О-о-о. Готов. Как-то вы очень больно стреляете, я вам скажу. О, еще один. Так, я вот что думаю. Нужно сразу сюда все скинуть. Ой, пацаны! Ой, пацаны! У меня оружие сломается сейчас. И это очень-очень плохо. Еще 10 минут. Все, я все активировал. Можно, в принципе, спокойно пойти наверх. И выпаливать. Бегает ли тут кто-то? 5 минут, так. А там какой-то тип. У меня больше корабль, друг. Бум! И все. Чисто минус, пацан. Поплыл. Ну, в принципе, пока ко мне никто не плывет. Да, лодка. МВК, броня, люк и спас. МВК, броня. Такое себе. Ракета. Так, и тут 2 минуты еще. Во, МВК, дверь, фулл сет, ух. Уже неплохо на самом деле. Вот за МВК дверь вот прям отдельное спасибо. Мне как раз ее не хватало. Хоп. Нужно все максимально как-то стакнуть.
Все, вот это можно, в принципе, забрать, и турельку. 10 корпусов, это прям нереально много, и 79 МВК. Неужели читер? Неужели читер? Фух, я выжил. Я думал, все. Что там за наглые такие ребятки, я не понимаю, стреляли по мне. Прям очень дерзко так по мне стреляли. Фух. Воу. Держи. Еще кто-то хочет, не? Фу, это ты с глушителем был? Да, это был ты с глушителем. Ой, боже. Вот ребятки пострелялись? Да, стрелялись. Так, что у нас тут осталось? Фигня у нас тут какая-то одна осталась, хотя 7 корпусов можно переработать будет. Да, это можно выкинуть. Окей, все. В принципе, уже неплохо. О! Привет, друг. Ты как там? Палишь меня, да? Я же вижу тебя, друг. Думаешь, самый умный? Все. Походу, дострелялся. Hello? Who are you? А, боже! Чувак! Да конечно, ты чё, у меня там миллион всего, держи. Правда, я бы еще что-нибудь дал, но у меня ничего нет. У меня ящик калашей. Да не за что. Вот моя хата была. Ну, по фильму я видел. О! От нее уже ничего не осталось, да? Смотри. Блин, хороший дом. Был. Когда-то. Слушай, а это круто! Ну-ка, ну-ка, стопэ. Оу, мне как раз гаражки нужны. Шикарно, да? Чисто вот. По таймингу залезел, ну. Так, я думаю, пока что тут я так оставлю. Тут пускай гаражки. Тут как бы раздача домиков идет, да? Бесплатная. Ага. Я тебе сразу говорю, вот эти соседи, они немножко неадекватные. Они меня только сегодня раза три рейдили в онлайне. Смотри. Магию показываю. Хоп. Опа. Тут, правда, почти ничего нет, но как бы что-то тут есть. О, смотри, там оружие есть. Смотри. Хоп. Держи. Что такое? 20 тысяч камня. Че, разве много? 20 тысяч камня, это 20
сюда. Тут 6 на 4, 24 слота. 7 тысяч металла, блядь. А точнее 8, ладно. 7 не 8, кажется, да. Короче, смотри. Хата твоя. Пока все плавится, я хотел бы посмотреть, что там по хате у тех типов, которые меня рейдили. Хватит ли мне на них ресурсов? Насколько я помню, где-то здесь они жили. Где-то здесь у них была хата, я сюда несколько раз бегал. И эти типы прибегали стреляться. Походу вот это вот, помойка. Хата тех типов. Чё-то мне она слишком большой кажется. Не гниет. По-любасу же у них очень много гаражек. Ну, в принципе, все, можно отправляться рейдить тех типов. Так, я знаю то, что мне нужно взять с собой камень и дерево. Поставить туда турельку и взять немного с собой разрывных. А, еще бы мне отхил скрафтить, было бы, да, неплохо. Надеюсь, мне этого хватит. Ну все, пацаны, время и мне вас порейдить чуть-чуть. Это что, самые умные, что ли, были? Блин, наверное, по дверям пойду. И все, в принципе. Возможно, хватит, возможно, нет. Ладно, посмотрим. Так, а почему я тут не могу? Ага, могу. Я не взял камень. Окей. Так, пока пойдет. Как я и думал, вниз пошло. Бейс. Окей. Так, мы посмотрим, будет ли постится, если вот так стрелять. Уже в кого-то попал. Это МВК? Это МВК, пол. What the fuck? Вот это мне уже больше нравится. В любом случае нужно куда-то сюда стрелять. Давай же. О, бич-пакет. 800 сера уже есть. Бензопила. И куда мне дальше идти? Мне кажется, в гаражку надо идти. Туда куда-то стрелять. Восемьдесят хп. Так, и тут 632. Мне кажется, туда надо пробиваться в любом случае. Там у них еще железка, да?
Так. Где у них шкаф, я понять не могу. О, ящики. Понаделали домов непонятных. Фиг зарейдишь. Ничего нет? В смысле? Несправедливо, однако. А там еще ящики, у меня больше лестницы нет. Во! О! А вот это было плохо сейчас. Третий верстак уже тут. Не, мне кажется, так я не смогу закидывать. Лучший рейдер. Блин, меня интересуют те ящики, конечно, но я думаю... О, привет. Да уж, мне уже нравится вот это вот все. Особенно вот эта дверь. Я нашел. То, ради чего я тут пробивался. Слишком много лута. Это прям очень много лута, я бы сказал. Ух ты. Чё, самый умный? Лови. Опс, походу умер. О, там еще ящики какие-то. Ого, тут ящиков. Так, ребят, как бы... Я не советую вам стрелять пока. Так, я вам отдаю все равно это все. Иди сюда. Вон, дом тоже можешь забирать. Я снимаю замок. Вот, держи. Там шкафа нет, можешь спокойно забрать. Да, без проблем. Давайте, удачи, ребят. Ну все, в принципе, задача выполнена. Типов я зарейдил. Выселил их хату, их отдал какому-то бомжику. Уже, в принципе, неплохо. Наконец-то я могу спокойно выйти с этого сервера.
Вот и конец фильма. Надеюсь, он вам понравился и вы оставили свою оценку. И самое главное, идите к своей цели до конца, даже если на вашем пути появляются множество препятствий. Только вы и ваш труд помогут преодолеть их. Всем спасибо за просмотр, всем пока.